Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker, и сегодня у нас боты Велес. Вы знаете, как я люблю для вас проводить различные эксперименты в различных торговых роботах. Кстати говоря, если вы хотите предложить какую-то тему для теста, для сравнения, для эксперимента, то прошу в комментариях, пишите, пожалуйста, я буду рад. Итак, что же за эксперимент у нас сегодня? Наверное, по названию вы уже поняли, но я также, естественно, озвучу. Я запустил готовых ботов Велес, и они у меня работали на сегодняшний день 6 дней. И мы посмотрим, что это за роботы, какие настроечки и какая по ним получилась статистика. Посмотрим как статистику Велес, так и статистику на самой бирже. То есть у меня, кроме Велес, там ничего не работало, поэтому статистика будет довольно-таки чистой, и мы сможем все прекрасно увидеть. Для тех, кто не знает, что такое Велес, это одни из самых лучших DCA-ботов на рынке. Они очень активно развиваются, постоянно добавляют новый функционал, и это прям приятно. Скоро выйдет очень крупное обновление, которое мы очень давно все ждем. Команда Велес уже анонсировала у себя, и это будут бэк-тесты стратегии. То есть запускать ботов станет еще легче. То есть вы делаете настроечки на бота, жмете кнопку, бот просчитывает, сколько можно было заработать за предыдущий период, и исходя из этого вы уже корректируете настроечки, чтобы получить максимальную прибыль. Теперь никакого, скажем так, казино, да, когда вам приходилось тестировать роботов на своей шкуре, чтобы понять, как он будет отрабатывать. Теперь все намного проще. На предыдущем периоде сравнили, посмотрели, подредактировали, запустили, получаете сразу же максимальный профит без каких-либо там недельных, двух-трех недельных месячных тестов. Это будет просто очень круто. Если вы до сих пор еще не зарегистрировались в ботах Велес, регистрируйтесь по ссылочке в описании. Боты Велес на сегодняшний день работают с такими биржами, как Binance, Bybit, OKX, Gate.io и Huobi. Если у вас нет аккаунта на этих биржах, регистрируйтесь также по ссылочке в описании, так как при регистрации по этим ссылкам вы будете получать еще и 20% кэшбэки торговых комиссий обратно на счет в долларах. Это очень крутое предложение, которым кроме меня не делится почти ни один блогер. Но мне не жалко, так что добро пожаловать. Ну и кстати говоря, кто зарегистрируется по моей ссылочке в описании, также получит доступ в мой VIP-чат и в мой VIP-канал. Ну что ж, а теперь самое время написать в комментариях. Ролик начинается с такой-то минуты, потому что что-то я со вступлением сегодня затянул. Итак, погнали. К примеру, вы новичок, только-только зарегистрировались в Велес и не знаете, что делать, с чего начать, потому что столько различных настроек и непонятно, как они будут отрабатывать. И вот сегодняшний мой эксперимент как раз-таки для таких новичков, для ребят, кто не знает, с чего начать. Я просто взял и вот этих вот готовых ботов, которые предоставляет команда Велес, запустил, ну, на небольшие суммы, да, для того, чтобы их протестировать. Я запускал также и BNB-майнера, но мне нужно было выделить деньги на другого бота. Он здесь идет спотовый, и у него была довольно маленькая доходность, я его вырубил. И также у меня не запущен вот этот бот по XRP, так как для него требуется SRG Art индикатор, который по факту платный, $50 в месяц. Поэтому мы его также не используем, чтобы не платить каких-то дополнительных денег. Кстати говоря, о оплате. Боты Велес распространяются по такой схеме, что вы не заплатите больше, чем вы наторгуете. То есть боты Велес берут 20% с вашей прибыли, но не более чем $50 в месяц. То есть вы пополняете личный кабинет Велес и спокойненько торгуете. Если не торгуете, или боты зависли, не дай боже, или просто рынок неактивный, то вы не заплатите больше, чем вы наторговали. Если вы вообще не торговали, то вы ничего не заплатите. Эта стратегия имеет огромное преимущество перед другими роботами, которые взимают ежемесячную фиксированную оплату. То есть здесь вы, если не торговали, не заплатили. А если в других роботах вы не торговали, то вы в любом случае заплатите абонентскую плату. Здесь такого нет, и это очень круто. Если же вы торгуете огромными суммами, то вы не заплатите более $50 комиссии в месяц, что очень даже круто. Итак, ботов я запустил вот с такими настроечками. Сейчас я их разверну, чтобы вам все было видно. На самом деле никаких изменений после кнопки «Скопировать» нету. Единственное, что я выбрал, это я выбрал сумму, на которую запустить бота. Здесь вы также видите минимальную сумму для запуска робота, да, то есть 50, $100, $100,
Есть даже бот, которого можно запустить на $1. Я же здесь название подписал, насколько я запустил этих ботов. Отличие в том, что $1 бота я запустил на $100. И где-то здесь, по-моему, же на этом же боте стояло плечо, по-моему, 5-е. Я сменил до... Нет, здесь 5-е плечо стоит. Может быть, на доге. Где-то, в общем, было здесь плечо побольше, я, наоборот, уменьшил плечо. Так что это все отличия, которые, собственно, у меня есть от стандартных настроек. Более я ничего не менял. Ну и биткоин, кстати, вот здесь у меня попросил немного большую сумму, так как на Binance есть ограничения по ордерам. То есть тут написано у нас от $100, но я смог запустить его на 150. Может быть, там можно было поковыряться и там 120, 130 или 110 даже попробовать, но я не стал заморачиваться и просто добавил $50 еще в бота. Все отлично работает, ни одной ошибки за эту неделю на этих роботах не было. Все стабильно, все очень круто. Ну и давайте посмотрим, что по сделкам. Сделки постоянно у нас запускаются, закрываются. На данный момент ситуация выглядит вот таким вот образом. Здесь мы видим ордера, которые исполнены, да, то есть если у нас цена пойдет еще ниже, то будет дополнительный ордер еще использован. Будет произведено усреднение, мы усредним цену и, собственно, увеличим наши шансы на выход, собственно, из позиции с фиксацией прибыли. И суть в том, что руками я за эту неделю ни одного бота не закрывал, не усреднял, ничего с ними не делал. Все идет, собственно, своим чередом, и все довольно-таки отлично. Вот, кстати говоря, только что еще запустился бот по оптимизму. Ну и самое, наверное, главное, это статистика. Здесь выбраны 6 ботов. Я удалил сразу из статистики BNB-бота. Он хоть и отработал несколько дней, но там прибыли было всего пару долларов. То есть я его в плюс закрыл, но он просто мизерный. Итого мы имеем 6 ботов. Кстати говоря, смотрите, 6 ботов, давайте посчитаем. 100, 200, 250, 350, 500, итого $600. То есть у меня запущено ботов на $600. И мы видим, что за 6 дней статистика показывает профит уже в $93. Что очень даже круто. То есть неделя не прошло, а у нас уже больше 1% в день идет прибыль. Но подобную прибыль желательно смотреть на более долгом периоде. То есть, к примеру, когда бот отработает месяц. Я, кстати говоря, каждый день делюсь результатами по работе этих ботов у себя в VIP-чате, в VIP-канале. Так что вы можете там отслеживать, как продолжают работу данные боты. Итак, профит Велес показывает у нас 93.36. Если мы зайдем на Binance, USDM фьючерсы, да, то мы видим здесь прибыль 82.94. Но это нормально, потому что... Здесь обновление данных происходит тоже раз в какой-то период времени. То есть, возможно, еще что-то не обновилось, это во-первых. И, в принципе, разница, она как бы есть от того, что написано здесь, и от того, что написано здесь. Просто здесь она обновляется постоянно, то есть мы можем обновить. И если какая-то сделка закрылась бы в плюс, он бы сразу нам это показал. Здесь же обновление происходит немного с другой задержкой. Но если посмотреть по дням, здесь 25-9 числа. Здесь у нас аж 32. Видите, небольшая разница по дням все равно присутствует. Но в целом, если мы посмотрим, то как бы очень даже неплохо. 6,73% за 7 дней. И в любом случае у нас получается очень достойная прибыль в процентном соотношении. Даже если оставить только 600, да, с которыми был запущен бот, то здесь получается больше 1% в день. Так что какой вывод мы можем сделать? Да, готовые боты Велес, вот эти пресеты, которые есть на сайте, они очень даже неплохо отрабатывают. Да, возможно, при каком-то сильном проливе того же самого Binance вам придется потом что-то вручную закрывать, усреднять, но это вполне нормально, потому что в любом случае DCA-боты требуют время от времени вмешательства в них, либо небольшой корректировки. Это абсолютно нормально, потому что никакая стратегия не может работать вечно. Любую стратегию нужно немного подправлять под, собственно, рынок. Поэтому, если что-то у вас там куда-то глубоко засело или упало, да, исполнились все усредняющие ордера, просто посмотрите, как ведет себя рынок, произошел ли отскок и так далее. И, к примеру, можете просто усреднить бота вручную, он выйдет в прибыль и дальше уже будет перезапускаться по своим заданным условиям. Но пока что у меня не было таких ситуаций, чтобы бот просел, да, за эту неделю. Но, снова же, это слишком маленькое время для периода тестирования, да, посмотрим, что будет через месяц. Через месяц я либо закрою этих ботов, либо, если меня будет устраивать прибыль, то почему бы и нет, пускай и дальше работают. Ну и, в принципе, запущу, возможно, каких-то еще роботов и...
этими роботами я, естественно, обязательно с вами поделюсь в своем VIP-чате, в своем VIP-канале. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете о этих роботах, о этих стратегиях и какие результаты Велес показывает у вас. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока!